Казахстанские лучники активно готовятся к 5-м всемирным играм кочевников. Оттачивают мастерство они на территории столичного ипподрома Казанат. Именно там пройдут основные соревнования. На сегодняшний день для участия в соревнованиях по традиционной стрельбе из лука в рамках всемирных игр кочевников поступили заявки от представителей 35 стран мира. Сейчас идет процесс аккредитации. Хорошую подготовку показывают лучники из Турции, Малайзии, Кыргызстана, Венгрии и России. Я думаю, что наши спортсмены покажут свой высокий уровень на предстоящих соревнованиях. О ходе подготовки к играм кочевников рассказали спортсмены, члены национальной сборной по садакату. Учитывая, что соревнования будут проходить в нашей стране, мы чувствуем большую ответственность. Это уникальная возможность тренироваться на площадке, где будут проходить всемирные игры кочевников. Поэтому мы специально проводим наш последний учебно-тренировочный сбор именно здесь, чтобы изучить климатические условия, направление ветра, видимость мишеней. Ажар Рахметкызы отметила, что сейчас, когда игры уже близко, подготовка стала в разы сильнее. До старта 5-х всемирных игр кочевников осталось совсем немного времени. Мы усилили нашу подготовку. Я думаю, что на нашей родной земле мы покажем высокий уровень и принесем золото для Казахстана. Стоит отметить, на всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Диана Салихова, МТРК.